В дороге вы замечаете оживленно спорящую пару. Всем добра и счастья, дорогие друзья. Меня зовут Стас, вы на канале Мистер Момент One, а это Black Book. Продолжаем прохождение второй главы и охоту на водяную печать. Нас, короче, посетил один челик с соляного завода, ну, где соль, типа, делают, добывают. Сказал, что чертей там очень много стало, и они ему очень мешают, похищают людей. Короче, полный жопа. Мы, собственно, туда двигаемся, но путь оказался не таким простым, и поэтому мы его разделили на две серии. Сейчас мы остановились на телеграфной линии, я вот вам показываю, да, в уголке. И здесь мы увидели пару, какую-то пару. Так. У дороги вы замечаете оживленную спорящую пару, окей. Ох, батюшка, а как это мне туда идти-то? Как-то боязно мне, ей-богу. Слышал, что на станции-то баяли? Я тебе сейчас устрою боязно. Доброй ночи. Уеси, ну псайбот просто из Mortal Kombat. Да воскреснет бог и расточится в разе его. Ах ты ж, гниды у тебя заваренные. Кто там идет? Василисой меня зовут. На завод Усть-Урольский иду. Ну, ты че по ночам виляшь? У нас тут и без тебя дел по горло. Я доберусь до этого Самсона. Навел рысь на всю округу. Да я тебе говорю, своими глазами видел. Под столбами следы босые, а потом в копыта становятся. Я туда не пойду, сам шкандыбой. Эдак ты со старостой говоришь. Чё там за следы-то были? Может, скотина какая ходила? Скотина босой не ходит. Как начальство сказало про телеграф Янтед, я пошел. А там вон оно чё. Я и мызнул оттуда. Завтра тогда сходите. Днем вот не так блазнить будет. Да не могу. С меня главарь шкур сымет. Приказано сегодня же выяснить, в чем проблема, и починить. Ну, удачи вам в починке. Хорошего настроения. Счастья, здоровья, держитесь. Завод, вот. Там вот, не пропустишь. А чё, остальные диалоги, чё, мы скипнули, что ли? Блядь. Ну ладно. Село Усть-Боровское. Заводское поселение. Тут живут семьи рабочих и управляющих. Погнали. Блин, чё, такая серия короткая, что ли, получится? Деревня застыла в предрассветном оцепенении, укутанная в ледяную росу. Вас приветствуют шепот извилистого ручья, дыхание сырого ветра и звуки тихой песни припозднившихся крестьян. Слушаем песню. Мелодия восстанавливает ваши силы. Вы минуете умиротворенное поселение и выходите на ростань. Кажется, на этом перекрестке затаились бесы. Черти на окраине. Нихуя, чего вас так много-то? Так, у меня... Ага, понял. Ты мне чё? Количество ходов до полного прочтения. 3 хода. Ты мне что даешь? 2, да? Ты мне тоже 2 дашь? Кота использовать не буду. Нам нужно вот этого ушатать, потому что у него самый большой дэмэдж. У него 15 дэмэджа будет. Чё, Каин тогда возьмем. Так. Уразы. Биколдун. Блядь, да почему биколдун? Без колдун. Складная регенерация. Восстанавливает 3 в начале хода. О, давайте синий камень. Отлично. Погнали. Нет! А, да. Ага. На. 7 хп осталось. Следующий ход мы его увалим. 100%. Все выдержали. Хорошо. Так, у тебя 2 хода. И у меня, как назло, сука, ни одной карты нету. Ну, хотя можно испортить его, да? Проблем-то не будет. Так, 5 дэмэджа. Этот что? Снимает положительный статус. 5 дэмэджа. Значит, мы что делаем с вами? Обычную защиту ставим. Давайте складное. Снимать негативный статус.
Ну и все. Так, получается, что мне скорчить? Угу. А защита-то будет, нет? О. Там нужно 2 демеджа ему нанести, и будет отлично. Просто 2 демеджа. А, хотя можно ничего не наносить. Если на нем сейчас отравление... Да, отравление висит, значит он помрет. То есть с ним уже можно ничего не делать. Хорошо. Так, ладно. Тогда что мы делаем? Кота используем, наверное, да? Потом мы уразы накидываем сюда. Сюда. А, нет, сначала не уразы. Сначала давай. Вот так вот. Благословение. Благословение. И потом уразы. Вот. 30 дэмэджа, что? Как? В смысле 30? Жестко. 8. Не, один... Нихуя. Вот это я, конечно, нормально забафался. Вообще. Так, ну и ты, лох. Тебя мы повалим. Эй, все. Так, смотрите, солнце красное, призер липкий, щука белуга. Что значит один? Это 11 грехов или один грех? Или наречитость? Значение эффекта слова увеличивается на 1 за каждое другое слово того же цвета в заговоре. Увеличивает эффект складности белых слов. Сглаз. Один всем противникам. А, это вот мы там смотрели, какие-то карты были, которые хорошие бонусы дают на сглаженных. Крада. Слово вычеркивается из книги до конца битвы. Жертва наносит вам 3 дэмэджа. Я удваиваю защиту. Воу. Неплохо. Наверное, призер липкого возьмем пока что. Так. Усть-Боровской завод. Соливарный завод на берегу Камы. В последнее время тут нечистая сила. Блазнит, вся округа знает. Погнали. Вы добираетесь до заводской конторы. Вас уже ожидают. И вскоре вы вновь встречаете управляющего. А, Василиса, на месте. Вот и славно. Да уж, бог помог, что на месте. Мог бы лошадей и до завода снарядить. Да чё там идти-то? А ты чё, не знаешь, что делается? В одной деревне я огненного змея одолела. В другой деревне не пойми, чё творится. Провода нечисть режет. Скверно все это. Знал бы, так больше извозчику наводку б дал. Они тоже затемно боятся. Но бог с ними. Главное-то тут, на заводе, разберись, что делается. Лишь бы соль варилась. Слышала я, что и до пропаж что-то странное случалось. Мало ли, что ты слышала. Что сталось тогда? Можешь рассказать? Что было, то прошло. Ничего такого, не блазнил никто. Рассол ушел, вот и говорят всякое. Давно это было. С пропажами заводчан не связано. Да и рассол вон появился. Что-то произошло, пока тебя не было? Нет, все в порядке, слава богу. Как-то не по себе мне на заводе. Точно нечисть тут какая-то. Ладно, пора за дело. Найду я беса заводского. Ну, спасибо тебе, Василис. Комнату мы тебе изладили. Отдохни с дороги, ну и за работу. Вон, проводят тебя. А, теперь я тут тусить буду. Типа у меня изба теперь-то, это вот это? Заводская изба. Них. Послушай, Прошка, ты видишь нечистого на заводе своим бесовским взором? Да нечисти везде полно.
и на заводе повстречаем. Но это же не значит, что мы во всех бедах виноваты. Ну, часто как раз-таки вы. Это все ваши росказни друг другу. Вон, погляди на меня. Добрый, пушистый. Ага, а кроме тебя-то я еще не знамо сколько чертей встречала. Так что-то мало пушистых. Ты их просто плохо узнала. Ну-ну. Вот, да. Получите плюс 2 порчи в начале сражения. Я чё думаю? Может тогда... Макарка-то убрать? Они все грехи приносят. Если не было вот с грехами, было бы вообще отлично. Так, смотрите. Вот, наверное, вот этого порчу вот на бессмысленную работу мы отправляем. Где там вот этот дундук ебаный Макарка? Отправить. Так, минус 4 хп, минус 1 слова. Ну вот это вот можно все убрать. Чисто вот этого Ивашку тоже отправить. Ивашка, иди-ка сюда. Ивашка, Ивашка, Ивашка. Оп. Вот. И теперь у нас все будет намного лучше. У нас просто маленький дебаф. Маленький дебаф, это отлично. Так, черная книга. Смотрим, что у нас по нашим с этим словам. Крепче камня, аминь, без колдун, бабушка Серафимушка. Ура за 4, вот не знаю, если честно, надо бы как-то это, разбираться тут потихой. Бесом погибель. Вот Каин хорошая, прям Каин хорошая. Я бы пару раз убрал, а вот пару Каинов добавил. Авель, Авделай. Авделай убрать. Авель добавить. Так, ключи. Змеиное жало, бесом погибель. Увеличивает защиту на 2 при потере здоровья во имя отца. Увеличивает. Так, игла. Отныне и до века можно убрать. Жест. Чертить. Чё-то так себе. Так, вот, регенерация. Это что у нас? Синий камень. Вот синий камень я бы еще взял. Ну и по цене, короче, можно смотреть. Чё как. Денежки, конечно, нужны на все это. То есть чисто даже в книгу добавить, деньги заработай. Конечно. Так себе. Так себе. Ну ладно, ждем просителя тогда. Сыграть в карты с кем? С Прошкой? А можно выйти? С Прошкой без денег не очень хорошо играть. Так, что это такое у нас? Ага, ага. Тут есть что-то, что исследовать можно? Нет? Просителя ждем. А ну, просыпайся. Рассвет уже. Тебя Пахом зовет в контору. Че ты, соленоска новая? Ладно, некогда мне. Дверь не забудь затворить. Хуясе, бля. А, у нас теперь здесь все. Вот оно че. Контора Усть Боровского завода. В этом здании управляющий работает, заводом заведует. Может, у нас как раз серия получится маленькая вот по этой области. Несколько встретившихся вам рабочих кажутся испуганными даже в эти рассветные часы. Вы пытаетесь завести разговор, но при одном упоминании о пропажах они крестятся и поспешно удаляются. В завод управлении вы встречаетесь с Пахомом. А, Василиса! Ну, я тебе завод помогу осмотреть. Большой он. Да и богатство-то довольно. Соль все-таки. Но со мной везде пустят. Сначала до насоса сходим. Там Алексейка работал.
Насосная башня. Первый этап добывания соли. Подъем рассола из скважины. Над ней устанавливается насос, защищающая его конструкция башни. Потом в варницу. Там Петр пропал. Варница. Здание, где производится выварка соли, испарение воды и кристаллизация. Можем и до амбара дойти. Там нечистого видели в ту ночь. Готовы идти или узнать, что хочешь? Что там с Алексейкой на насосе приключилось? Пропал он первым. Как раз работал в ту ночь, когда рассол пошел. С тех пор про него не слышно. Слушай, мне кажется, кто-то заколдовал, может, даже сам Пахом, типа, выменял людские души, да, променял, ну, типа, договор сделал, что людей жертвуют своих, но соль пойдет опять. Может, тебе что нового расскажут на насосе? Готовы идти или узнать, что хочешь? Про Петра расскажи, что в варнице работал. Он остатки соли унимал с Цирина в ту ночь. Рассола не было. Вот мы позже и варить стали. В варнице подробнее расскажут. Готовы идти или узнать, что хочешь? Что там у амбара-то видели? Мы пытались выследить супостата. Ночью тень углядели, хоть и в тумане все было. Но ее Тришка окликнул, тень-то так. Она как начала метаться, что твоя рыба. Так человек не мечется. Вот у амбара это было, где на баржу соль грузим. Готовы идти или узнать, что хочешь? Все ясно. Пора в путь отправляться. Окаюшки. Так, что, насосная башня. Погнали. Насосная башня. Эта башня защищает насос от непогоды. Тут в земле скважина, из которой рассол-то и добывают. Вроде локаций немного. Может, минут за 15 закроем? Перед вами вырастает высокий силуэт рассола подъемной башни. Кажется, она нависла над заводом, как сторожевая вышка. Изнутри доносится размеренное шипение парового насоса. Эй, Иван, поди сюда. Это мастер у нас трубный, по бурению знаток. А, Пахом, ты кого привел-то? Это девка знаткая, из Чердани. Алексейку поможет найти. А я и гляжу, космачом идет. Тьфу! Векша пустоволоска. С мочем, с непокрытой головой. Совсем умом поехал? Колдунов на завод водить? Ну не забывай, с кем говоришь-то. Вещи Алексейке покажи. А мы чё, бурили тут годами, спину гнули, чтоб ты колдовок водил, ага? Чё ты её слушаешь? Она, небось, не знает ничего. Слышишь, красавица, ты хоть знаешь, чё на этой башне-то делают? Как используется эта деревянная башня? Для защиты подъем соли. Башня насос защищает, которым вы рассол из скважины тянете. Хм, может, и не такая дурная затея у тебя, Пахом. Умна девка. Сейчас принесу вещи Алексейке. Рабочий выносит сверток, в котором вы находите клочок бумаги с неуклюжим стихотворением. Черноволосая краса, как смоль волоса, как соль перста, как озеро глаза. Вот ведь плетет. Про кого он мог такое написать? Может, какую девку из соленосов полюбил? Ха! Это вряд ли. Там бы про соленые уши тогда было. Не знаю, про кого это, мне он не сказывал. Ну, работать мне пора. Что еще хотели? Что про пропавшего парня рассказать можешь? А что тут рассказывать? Ладный парень. И на чап влезет, и смекалист. Механизм понимает. Выпить любит стервец. Сейчас, небось, с Петром в кабаке каком пируют. Эх, попадись он мне под руку. Говорят, нечистый утаскивает заводских. Видел, что странное? Ага, шепотуньи ходят тут по заводу, вот что странно. А ну, говори, что спрошено. Да не видел я ничего. Сами узнаете, что нет тут никаких бесов. Что делал Алексейка в башне в ночь, когда исчез? Я его оставил за насосом следить, раз рассол пошел. Особо ничего делать не надо, знай, приглядывай. Он, небось, заскучал, да в питейный дом подался. Все ясно. Спасибо за помощь. И что думаешь, стало с Алексейкой? Пока не ясно. Черти были бы, так на месте бы задавили. Может, девка из стиха что-то знает? Где там Петр-то исчез? В варнице? Да, она вон там, за соляным ларем. Сначала до него сходим. Соляной ларь. Здание, где соляной рассол отстаивается. Часть воды испаряется, и рассол становится более концентрированным. Так, окей, насосная башня, варница.
Соляной ларь. Подожди, а что тут два? Соляной ларь. В соляном ларе хранят рассол перед выворкой. Эта изба закрыта наглухо, чем не жилье для нечистой силы. По дороге к варнице Соливара окликает один из рабочих и начинает расспрашивать о пропажах. Пока Пахом занят разговором, вы решаете оглядеться. Тут широкий след, будто тащили что-то. Опа. Терлич, трава. Витийство, приказа один. Рабочий. Опа. Царапины. Ишь тут чё? На просоленном бревне огромные следы когтей. Чё там, камера не развернётся, нет? Типа нет. Так, вот ещё травушка. Травушка-муравушка. Калюк-трава. Ну хорош уже, пора нам. А ты за работу принимайся. Погоди, не зря мы у ларя остановились. Я на нем следы когтей заметила. Такие только у силы нечистой. Где они? Ох, Господи Иисусе! Иисусе помилуй! Нужно мне взглянуть, что там внутри. Ну что стоишь? Открывай! Ох, Пахом, не гневайся. Ключ потеряли от двери. Ну, бревна разбери. Так сильно просолились что-то. Нам нужно открыть сегодня, пока еще кого нечисть не задавила. Делай, что велено. А мы пока до варницы сходим. Варница. В варнице кипятят рассол, чтобы воду выпарить, а соляной кристалл оставить. Ну, быстро идем. Слушай, там осталась последняя локация. В варнице царит палящий полумрак. Вы вспоминаете ваш визит в Междумирье во время посвящения ведьмы. Озноб пробирает вас от одного взгляда на раскаленный церен. Церен – огромная сковорода, на которой рассол кипятится до испарения воды и получения соли. Эй, там! Бросай мешок! Спросим тебя про Петра. Здравствуйте, батюшка. Ты с Петром работал? Что про него расскажешь? Так я... А что рассказать, не знаю. Рубил хорошо, все стараемся. Вот как-то так. Чем тут Петр занимался? Да как все. Пермянку варил. Эх, силач. Ладно, на палате подавал. Так это, он вообще баска соль-то подавал. Тут умение надо. Новая запись. Не пьющий, ничего. Слышал про окаянного? Может, видел кого? Так слышал, Господи помилуй. Но миновало. Ничего такого не видел. Петр все говорил, что мы тут сами, как черти в пекле. Я тебе покажу чертей. Болтай, да не забывайся. Ой, прости, батюшка. Не подумал, что сказал. Видел что-то необычное? Так ничего такого. Трудимся вовсю, матушка. Слышал только, Петр-то накануне говорил, что жениться собирается, отча. Это еще что за новость? На ком? Так вот странно, ага. До сих пор не слышал, что сватался он. А тут про красавицу какую-то заговорил. Черноволоса, белокожа. Вот про такую рассказывал. Я думаю, может, к ней и сбежал? Здесь не похоже, что нечисть ютится. Нужно другие места осмотреть. Ты иди сама дальше, а я погляжу, что там с ларем соляным сталось. Ты, парень, со мной пойдешь, подсобишь. Уже темнеет. Поторопи там работников своих. Ой, амбар, бани, ёпта. Опять бани, ну вы чё? Амбар. В амбаре хранят соль после выворки, потом из него грузят на баржи и в Новгород, на ярмарку. А, здесь прямо река такая большая проходит, ничего себе. Давайте посмотрим, что в амбаре. Угрюмым великаном вырастает амбар. Здесь хранят соль после выворки, а затем грузят ее на баржи. Внезапно во мраке приоткрытых ворот вы замечаете мохнатый силуэт. Вы оглядываетесь и видите, солнце уже почти полностью скрылось за горизонтом. Вы чертите круг как раз вовремя, из мрака является нечистый. О! Опять этот хрен. Нельзя использовать травы и лечение 7 ходов. А, в течение 7 ходов.
коготок. Так, ладно. Что мы с вами будем делать, господа, господа? Замочек, порча. А, замочек не пойдет. Вот так, вот так. Снимать негативный статус. Складную регенерацию. Ну, давайте просто закинем. Заблокировал 25 дэмэджа. Ничего себе. Вот это ты, конечно, да. Увеличь получаемую защиту на 3. Ну, максимальную защиту туда вкидываем. 25 нам будет неприятно получить. 10. Семнадцать. Ну, это уже хорошо. Больше половины. Вечный урон при потере здоровья. Статус не пропадает в течение ходов. Наносит врагам один дэмэдж, когда вы теряете. Угу. Так, Каин. Но у меня черных карт маловато. Так что не пойдет. Вот негативный статус можешь попробовать. Бабушку. Лечу дэмэдж. Ну, хотя, кстати, вот можно сделать вот так. И Каин вот сюда. Смотрим, что получится. Че, я снял негативный статус? Хорош. Восьмерочка. Вот это вы просадились. Они сами себя поубивали, что ли? Прикол. Так, ну, дэмэдж. Отлично. Кровь, загорись. Статус не пропадает с течением ходов. Горящая кровь. Порча на врагах увеличивается на 1 при каждой потере здоровья. Ага. Лишак Хоровей. За каждый использованный предмет нанеси всем противникам 7 дэмэджа. А это нужно как использовать? До или после? А, ну получается, ты используешь предмет, потом юзаешь вот эту карту, и она типа... Я понял. Лиса и Реки, не убивай меня, бесячка, прошу! Бесячка? Векшицы меня часто зовут, но чертом впервые. Глаза-то разуй. Давно суседки колдунов за чертей не принимали. Так ты не тот бес, что в соляном ларе поселился. Ух, ну дела. Черт, говоришь, в ларе живет? Видел его? Не видел, но мы тут все его чувствуем. Он солью явился, теперь людей жрать начал. Ух, ну дела. Почему на меня напал? Ты заводских поубивал? Нет-нет, я мирный дух. Бес из ларя их уморил. Ну, даже банники скажут, что творится. Ух, ну дела. Ты на суседку похож. Что ты за дух такой? Я суседку и есть. Тут изба стояла, а хозяева забрать меня забыли. Потом в амбаре стал жить, когда его выстроили. А сейчас что творится? Ух, ну дела. Пора мне дальше идти. Полночь скоро. А с тобой что делать? Ну не, брать не надо. Убить духа оставить. Ты тут оставайся.
Ага. И дальше амбар охраняй. Главное, не надо нам его больше. Демон кивает и растворяется во мраке. Так, в бане. А бани, старая банька. Может, она тут еще со времен до того, как завод поставили. Надо глянуть. Вы открываете дверь в заводскую баню. Внутри старого серого здания чувствуется присутствие нечистой силы. Вы делаете несколько шагов внутрь, и вокруг вас появляются банники. Не шагу ближе, окаянные! Хуясь. Не гневайся, сударыня. Оставайся с нами, банницы. Будем жить в ладу и здравии, заводчан пугать. Что? Думаешь, я обдериха? Ну так, мы все тут почуяли новую нечисть, а давеча видали, как ты во мраке гуляла. Точно дом свой искала. Ты же у нас оставайся. А мы тебе дары поднесем знатные. Думаю, нам это не помешает, воздериха. Дары, говорите? Да не, чем. Какая я банница? Я колдунья обычная. Ну, ну-ка. И то верно. Живыми смердит. Тогда где-то банница, что мы видали. Как она выглядела? Может, я помогу? Да как бледная, волосы длинные. Ну, точно банница. Я бы банницу бледной не назвала. Вашей я не видела, но тоже этого духа ищу. Найдешь, к нам направь. А пока пойди прочь. Живым тут ночью не место. Духи исчезают под полком и оставляют вас в одиночестве. Остается только продолжить путь. Берег Камы. Берег Камы. Сливарные заводы у реки строят. И рассол легче добывается, и на барже грузить удобно, чтобы на продажу соль везти. Бесконечное вот это... Почему сразу все пункты не поставить, блин? Вы подходите к берегу реки, замечаете у кромки воды черный силуэт и, замерев, раздумываете, что делать дальше. Возможно, это и есть та самая нечисть, виновница пропаж соливаров. Оказывается, вам повстречался припозднившийся рыбак из ближайшей деревни. Он замечает вас и откладывает удочку в сторону. Не боишься по ночам рыбачить? Говорят, тут нечистая сила водится. Не боюсь, у меня берег есть сильный, с ним никакой нечистый не страшен. Я даже сам видал этого нечистого. Что за оберег такой? А, от бабки одной достался. Вещь-то хорошая, даже беса отпугнет. Может, о цене договоримся? Мне от нечистого пригодился бы амулет. Чё, тоже бесяков боишься? Ну почему нет? Вот он. Смотри. Чёртово копыто. Копыто, оставшееся от сгоревшего чёрта. Пахнет палёной шерстью. Стойкость к статусу глаз. Не может быть под влиянием статуса глаз. Брашка. Так, ну типа у него здесь ничего особого-то и нету. Корень, конечно, хороший. Но на этом как бы всё. Не боишься по ночам рыба? Не боюсь. Я даже сам видал этого. Как бес этот выглядел? Да никак. Тень черная у берега сидела, волосы чесала. А потом в воду бросилась, как я подошел. А берег, вон оно чё. Хорошего улова. Все, наконец-то. Мы идем в соляной ларь. В соляном ларе хранят рассол перед выворкой. Эта изба закрыта наглухо, чем не жилье для нечистой силы. Погнали, финальный бой. Как раз серию закончим. Уже стемнело, а рабочие до сих пор не могут вскрыть соляной ларь. В глазах людей вы замечаете беспокойство. Пахом расхаживает из стороны в сторону и раздает команды. Кажется, он обеспокоен больше других. Так, разрыв трава. Чу. Рабочий, Пахом, ну-ка. Рабочий пытается дверь выворотить. Он ту верхнюю, что ли? Фига себе. Вот тут возьмись, давай. Раз, два. Кажется, знаю я, как дверь открыть. Да и что за нечисть вас донимает, я догадалась. Какая нечисть виновата в пропаже соливаров? Ну, либо водяной, либо банница.
Ну, мне кажется, водяной. Потому что мы сейчас к водяному идем. Завод твой у реки стоит. Думаю, водяной черт и забрался. Баница. Ой, Господи Иисусе. Сейчас скроем эту дверь. Так я покажу этому нечистому силушку русскую. Погодите, я на дверь пошепчу. В сторону отойдите. Дайте векшице свое дело сделать. Вы произносите слова заговора и прикладываете разрыв траву. Кажется, дверь в соляной ларь теперь открыта. Че, банится, серьезно? Ну, она же это... На водяного похоже. Ваши предположения оказались ошибочны. В соляном ларе поселилась русалка. Быстрым движением вы чертите круг и раздумываете над дальнейшим шагом. Хера себе тут. Кто тут шумит? Еще луна же не взошла. Батюшки, сколько покойников. Покойники? Они только спят, голубушка. Ведь луна еще не взошла. Как же они могут спать, если я отсюда мертвечину чую? Ну, если ты настаиваешь, я могу разбудить моих друзей. Нет, подожди. Скажи сначала... Ты зачем тут, чертиха? Меня мой батюшка послал. Водяной. О. Думаю, чтобы я нашла новых друзей. С ними мы вместе будем вечно. Близко друг к дружке. Как елушка с веточками. Так ведь, ребята? Трупы только размеренно покачиваются в рассоле. Зачем? За что? Почему ты убила всех этих рабочих? Убила? Они живые. Живые навечно. Короче, зазомбировала их. Почему на заводе рассол исчезал? И почему снова появился? Соливарам повезло, что у них есть такая добрая подруга, как я. Я дарю им жизнь, любовь и богатство. О чем еще можно мечтать? Чтобы их не топили в рассоле, например. Разве ты поймешь, что ты вообще за нечисть такая? Я как раз хочу открыть водяную печать. Может, твоя душа сгодится? О, как же! А я собиралась и тебе предложить вечную жизнь. Ты очень милая. Кажется, мы сильно похожи. Вы достаете гребень, что нашли на берегу реки по дороге к заводу. Так. Точно, похоже. И гребни-то у нас одинаковы. Где ты его взяла, Векша? Я вырву этот гребень из твоих мертвых рук! Господин, призывает другую нечисть. 200 хп, епте, 200 хп-пте. Офигеть. Так, приказы в книге. Слог. Воил. Ой, а у меня хпшки-то нету. Нам вот рабу использовать. Что-то я. Малой. Хрена себе там малой. Так, во-первых, хпшку. У меня мало защиты. Что-то очень мало у меня защиты. 23, вот этого защиты 10. Так.
Экстренно восстанавливаемся. Так, надо убрать защиту надо. Слушай, здесь можно и просрать с таким демеджем. Недолго тревожиться будешь. Кот сидит, вообще похуй. Так, противник выбирает цели случайного персонажа, не действует на господ. Значит, 2 на противника. Так, наносит 3 в начале хода, игнорируя броню. Регенерация, так. Увеличит количество в вашем заговоре на 1. А можно еще увеличить? Увеличивает дэмэдж на 3. А у меня, кстати, по дэмэджу есть. Да, слушай. Давайте-ка. Благословение плюс 3. Сейчас мы, короче, расфигачим здесь. Раз, два. Каин. Вот сюда. Снимает положительный статус. А, ну это одинаково без колдун. Окей. Сейчас должны очень хорошо нанести дэмэджа. 12. Каин 16 получилось. Так, у нас еще 11 висит. Разложение. Что там разложение? Увеличивает порчу в начале хода на 3. 19 дэмэджа. Защита нужна. Слушай, защита. Какая мне тут защита? Уничтожить защиту противника. В начале хода игнорирую. Так, погоди-ка. Не действует на господ. Так, хорошо. Увеличивает защиту при потере здоровья. Каин. Уразы. Ну, здесь еще можно было без колдуна, конечно, сделать. Но я что-то решил увеличение защиты все-таки поставить. Без защиты что-то совсем тяжеловато. О, благословение-то висит еще. Это я что-то это. Мохнатые лапы нечистой силы сомкнулись вокруг вашего Гурова. Еще один заложенный покойник. Переплетничество. Повторить сражение. Mm-hmm.
короче, мне надо как в защиту уходить. А как? Кто ж его знает? Вот, сглаз. Сглаз мне пригодится. Ну давай думать, как нам еще тут можно. Замок сразу. Каин. Каин. Скорчить. Так. Ну, блять, защиту зле потратил. А, отменить можно. Ништяк. Так, противник выбирать целью. Порча полностью поглощает. Вот, какие тут травушки прикольные есть. Поехали. Тревожить меня с моими друзьями с Оливарами. Ничего, недолго тревожиться будешь. Так, тут у нас дэмэджа много, да, залетает. Следовательно, защиту надо. Вот это одолень трава. Глаз всем противникам. Ну, с травой более-менее получается контролировать. Прям более-менее. Так, ну а что по этой траве, если смотреть, то что тут снимает один вредный статус? Отлично. Реген. Сейчас попробуем защиты накидать. 18 должны вроде заблокировать. Ну, 14, окей. Пятьдесят хп, как же нам снять-то теперь? Скорчить перск без колдун.
Может, получится, что он не будет меня атаковать. Мы его заморочили, может, на нее нападет. Сука, все-таки по мне. Просто, я не знаю, слишком сложный противник для моего уровня. Хотя, вроде, я все проходил. Какой-то травы не хватает. А, что, заморочил? Так, тут дэмэджа нету, сейчас призывать будет. Можем бить. За каждый используемый предмет нанеси всем противникам 7 дэмэджа. Ой, хорошо как. Так, горящий этот Каин. Скорчить. Защита. О, что по хп-то? Еще раз, горящие травы. Вот он. А, у меня висеть статус будет. Угу. Так, ну это пока не атакует. 110 хп осталось. Ах ты, сучок. Угу. Ну, порчу никто не отменял. Снимает негативный статус. Игла. Так, что здесь еще? А надо мне уничтожать? В принципе-то не надо. Складное благословение. У меня дэмэджа-то нету. Хп 10 получится нанесу. О, шестерочка, отлично. О, у меня реген 18 сейчас висит. Ну, в принципе, сейчас можем выиграть при таком раскладе. Но опять очень травы помогли, очень сильно. У меня статус уже не умещается. В воде со мной не сладишь, векша проклятая. Так уж и не слажу. Я и не таким рога обламывала. Так, всем противникам. Так, надо траву еще какую-нибудь использовать. 37. Отлично, пятерочка. О, один отлетел. Поехали. Двадцать девять хп, блин, надо добивать.
Сейчас, кстати, травой снимем. Отлично. 21, да? Каин, порча. 12 дэмэджа. Каин, получается. Порча. Без колдун. Все, должны ее вынести. Все, наконец-то. Ну, траву мы всю потратили. Вообще всю траву потратили. Новый уровень. Проклятая векшица! Не достанешь меня своим черным колдовством! Меня батюшка мой защищает! А без меня ни соли здесь не будет, ни вечной жизни! Русалка ныряет в рассол и исчезает. Утопленники падают без дыхания и, кажется, замирают навечно. Вокруг на мгновение воцаряется тишина. За спиной вы слышите звуки открывающейся двери. Кажется, Пахом нашел в себе смелость забраться в ларь, прихватив с собой икону. Да воскреснет бог и расточатся врази его. Все, прогнала я русалку. Ох, слава богу! Ну спасибо тебе, Василиса! Подожди радоваться. Она сбежала, но за собой увела и всю соль. Седлай коней. Надо нам с дедом Егором посоветоваться. Ну что замер? Давай живи, торопиться нужно. Сей момент. Ну вот тут мы уже заканчиваем опять в нашей доме, так сказать. И будем продолжать уже в следующий раз. Давайте-ка я сохранюсь, чтобы не забыть. И будем прощаться. Что ж, ребята, была опять большая серия. Ну, тут как-то так получилось разбить. Вообще никак не получилось. Поэтому такими большими кусками проходим. Но я думаю, ничего страшного. Всем большое спасибо за просмотр. Если было интересно, обязательно поддерживайте ролик лайком, а канал подпиской с включенным колокольчиком, чтобы не пропускать новые прохождения. С вами был Мистер Момент. Будьте здоровы, смотрите только хорошие фильмы и играйте только в хорошие игры. Всем удачи и всем пока.